Чемпионат Казахстана по футболу в разгаре. В Алматы прошли матчи 11-го тура. Карагандинский «Шахтер» на последних минутах вырвал победу над «Каспием». Подробнее о матче в следующем репортаже нашего корреспондента. Матч, не сказать, что получился зрелищным, но моментов у команд было достаточно. Горняки сумели открыть счет уже в первом тайме. После удара Айдоса Таттыбаева мяч попал в штангу ворот. И первым на добивание оказался Гидеон Ба. После перерыва игроки «Каспи» побежали отыгрываться. И да, в некоторых моментах казалось, что будет назначен пенальти в ворота горняков. Однако главный судья матча в моментах нарушения не увидел. Но немногим позже «Каспи» все же забил свой гол и сравнял счет. Радость номинальных гостей не продлилась долго. На 87-й минуте матча защитник карагандинского «Шахтера» Евгений Ткачук своим голом принес победу оранжево-черным. Теперь же, после 11 туров, в копилке нашей команды 15 очков, и занимают они 6-е место турнирной таблицы. Бекежан Ардагулы, Николай Шевелев, 5-й канал.